централизованной системе теплоснабжения в Новосибирске подключили все многоквартирное жилье и социально значимые объекты. В этом году отопительный сезон стартовал раньше. Такое решение приняли из-за эпидемиологической ситуации, чтобы снизить риск осенних респираторных заболеваний. Большой объем работ по подключению новых потребителей. Ну, у нас ежегодно не менее миллиона квадратных метров в городе ввод жилья. В этом году опять предполагается не меньше. У нас 75 новых объектов по году. На сегодня уже введено, подключено 48. Более 30% зданий получили паспорта готовности к зиме. Отсутствие тепла зачастую связано с нарушением работы системы отопления внутри дома. Если батареи холодные, нужно обратиться в управляющую компанию. Если коммуникации в доме в порядке, нужно звонить в диспетчерскую службу Сибирской генерирующей компании. Спасибо, что смотрите канал «Новосибирские новости». Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.